400 рублей. Трактор 750. Заказной рейс 2000. А кто это такое? Какие цены поставил? Директор АМЭУП. Старочеркасска. Козырев. СГ Козырев. Ого, тарифчики у вас тут, ребятки. Угу, расписание. Понятно. Вот такие вот у них тут тарифчики. Может быть, местные бесплатно переправляются, хотя я не уверена в этом. Машина 400 рублей. А тебе, если туда и обратно каждый день надо. Хорошо, капусту рубят. Угу. Вот он, паромчик переправляется. А там вдали баржа идет. Ну, пока она дойдет сюда, паром успеет перебраться. Нет, система, конечно, да. По-моему, еще где-то был паром, если я не ошибаюсь. Там кто его знает. Трос. Тросовая система. Ясно. Так, ладно. Цены мы узнали. Паром работает. Ну, все это доисторическая система прошлого века. Ну да, кто будет финансировать? Он же должен работать, и людям зарплату надо платить. Отсюда вот такие расценки. Еще это и топливо. Тут можно понять. Не, ну 400 рублей с машины — это грубовато. Это вообще жесть. Я почему-то думала, хотя бы рублей 100-150. Но не 400 рублей. Станица. Это станица. То есть не деревня даже, а станица. Или это так деревни раньше назывались? Кто знает, напишите. Так, где-то тут были лавочки. Если я не ошибаюсь, можно было посидеть. И ничего не вижу. Да, там они стоят такие вот. Ой, под солнцем. Надо немножко передохнуть. Идти дальше. Парк еще не разросся. С тенечком тут немножко сложновато. Вот. Есть тут лавочка, там есть небольшой тенек. На ресторан Старочеркасск.
печать Донского войска изобразили на здании. Даже ресторан есть, вот. Я думаю, что и гостиницы есть, а может быть, домики сдаются. Заказный автобус, туристы. Наверняка. Парк тут новый сделали. Большой парк. Но в нем есть одна большая проблема. Я сколько там прошла, нигде не нашла туалета. Да такое явление. У нас ставят парки, а туалеты не делают. Непонятно почему. А ну, Каська. Ага. Это для мусора кабинки. Неужели туалет, что ли? Ну да, написано туалет. Даже открыт. Вот. Туалет есть. Ну что ж, меня обрадовало, приятно обрадовало, что есть туалет и он не закрыт. Обычно в таких местах они закрыты. И он бесплатный. Ну, по крайней мере, на себе испробована. В целом неплохо. Чистые, аккуратные. Даже вентиляция есть. Молодцы. Так, а мы идем дальше смотреть, что тут за такая главная улочка. Да. Береговая улица называется. Какой домик сделали, обшили его пластиком, аккуратно, красиво. Тихо так, прям. Красиво, как розы цветут. Местечки хорошие. Жить здесь хорошо и тихо. Но есть одна проблема. На работу. Нету работы. У людей уже картошка растет, лук. И дороги асфальтированные. Но это потому, что здесь никто не ездит особо. Так бы уже давно все разбили. Советская улица. Угу.
Так, ну, прогулялась я тут немного в центре. Я так понимаю, это центр, а может быть и нет, но тут просто много достопримечательностей, такое туристическое место. И на этом буду завершать свой обзорчик, свою прогулочку. Вот музей еще какой-то. Почта России. Это почта у них. Так, все аккуратненько. Даже петух на козырьке. Почта России. Здание построено 1911 года. Так, ребятки, спасибо вам за просмотр. Пишите комменты. Всем удачи, всего хорошего. С вами была Светик Светик. Заходите, смотрите видео. Может быть, что-нибудь найдете интересное. Всем пока-пока. До новых встреч.